Книга «Открытым оком. Тема. Обращение ко Христу. Третий том. Вопрос 910. Как вы понимаете слово «духовность»?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такого слова в Библии нет. Слово «духовный» встречается только в Новом Завете и всего только 25 раз. Это слово могу объяснить с абсолютной точностью. Это устремленность к Богу, когда душа омыта кровью Иисуса Христа, когда все помыслы возводят к небесному. Это слово относится только к христианам, притом глубоко верующим, с любовью в Духе Святом, исполняющим заповеди Божии. Послание Римлянам, 8 глава, 5-6 стихи. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Послание Римлянам, 15 глава, 27 стих. «Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». 1 Коринфянам, 2 глава, 13 стих. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным». 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что он Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо думать, судить духовно». 1 Коринфянам, 2 глава, 15 стих. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». 1 Коринфянам, 3 глава, 1 стих. «И я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе». 1 Коринфянам, 9 глава, 11 стих. «Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Слово «духовность» – это из послания от Горбачева, не апостола. Этим хитрым, новоизмышленным словом прикрыли бездну безумия, создавая горы лжи, лишь бы на этом стоял крест или благословение, автограф патриарха. Мафиозная структура, ограбившая государство, за бесценок скупившая народное достояние, теперь строит храмы, обязательно в честь того святого, имя которого они носят, будучи нехристями. Так и нужно называть мафиозная духовность. Выступает фольклорный ансамбль, пляшут, танцуют и тут же споют «Да воскреснет Бог». Это тоже духовность, а нужно было бы сказать «духовная мерзость», «погибельный Вавилон». Собирают крестные ходы, канонизируют налево и направо, походя Донского, Ушакова, Родионова. Это тоже духовность. В школах преподают валеологию, циничный разврат, как будто все школы хотят сделать стартовой площадкой для проституции, для публичных домов. Но там повесили икону. Это все вместе называется духовность. Под этим названием идет беспощадная война против всего духовного, попрание заповедей Божьих. В школах не вводится закон Божий, а западные сектантские миссионеры навязали свои учебники, и по ним учителя ведут развращение юношества. Чуть-чуть из библейской истории, из мусульманства, из кришнаитства. Ничему не отдается предпочтение. Но дети почти все верят в переселение душ на полном серьезе. И все это известно православным священникам. Здесь нужно не просто кричать, а как древним пророкам посыпать голову пеплом и вопиять день и ночь. Преподается теология в университетах, и даже не предполагается, чтобы учащиеся имели какую-то веру. Все само собой в мире появилось. Все к уничижению, к ничему ведет. Бога нет, все это с детства мне привилось. Для чего же на свете человек живет? Для чего однажды должен он родиться, возмужать, окрепнуть силою, гореть? Для чего страдает, ищет и стремится? Неужели только, чтобы умереть?
Почему он знает, что нельзя, что можно? Различать способен худо от добра. Любит то, что честно, гонит то, что ложно, трудится усердно с раннего утра. Стоит ли бороться, стоит ли трудиться, тратить силы, время только для того, что в конце пути в могиле очутиться? Смысла в этом нет, но где искать его? От подобных мыслей голова трещала, и порой не в силах я была заснуть. Перед усталым взором бездны тьма сияла. Кто откроет смысл мне? Кто укажет путь? Помню ночь и место, где свершилось чудо. Полная луна на землю свет лила. Никогда я ночи этой не забуду. Я печальный взор свой к небу подняла. Там сверкали звезды, млечный путь струился. А вокруг меня царила тишина. Вдруг душе усталой сам Господь явился, осветив собой всю ее до дна. Все ей вдруг открылось. Бог был так реален, и хотя невидим, близок ощутим. Силою рукою камень был отвален, и душа, воскреснув, говорила с ним. На мои вопросы и мои искания я под звездным небом обрела ответ. По щекам катили слезы покаяния, в душу с неба лился тихий Божий свет. Он наполнил вскоре всю ее собою, тьму изгнал и жизни вечный смысл открыл. Бремя снял с души пронзенную рукою, путь мне указал и прошлое простил. Бога нет, безумцы говорят поныне, но ничто не сможет убедить меня. Он мне сам открылся в жизненной пустыне, мы вдвоем с ним были, только он и я. Хоть тернист и узок путь передо мною, сам Господь любовно мне его открыл. Он ведет к блаженству, миру и покою, к вечности под сенью всемогущих крыл. Вера Кушнир.